Смена «Здравствуй, мир» прошла в рамках Года культуры, объявленного в нашей стране в 2014 году. Ребята стали участниками множества событий, праздников, концертов, шоу-программ. 80 ребятишек от 6 до 14 лет не скучали, с вожатыми разучивали стихи, песни, танцы. Мы посещали, конечно же, учреждения города различные. Ребята рисовали, прыгали, бегали, в концертах принимали участие, сами организовывали. Пятеро вожатых учениц этой же школы весь день проводили с детьми то в театре, то на прогулках, готовились к участию в проекте «Мы – дети России». Дни были насыщенными, но наставники сами успевали придумывать для ребят творческие номера. Этот, конечно, опыт очень пригодился. Я очень люблю детей, поэтому пошла сюда работать. Как бы думаю, еще в загородный поеду и поработаю там хорошо, так же хорошо, как и здесь. По результатам смены многие ученики отмечены грамотами. На сцену под аплодисменты поднимались самые творческие, спортивные и активные. Елена Шевкунова, Светлана Епифанова, Никита Мухин, информационное агентство «Курган.ру».